Всем привет! Очень красивый и очень интересный сорт, который называется сибирские бананы. Ну, посмотрите, какие длинные томаты по 15 сантиметров. Огромные просто. Плоды, конечно, у нас побило градом. Это точечки от града. Ну, вот такие вот плодики. Ничего вам не напоминает? Напишите в комментариях, что вам напоминает такой вот плодик. Сибирские бананы. Желтые плоды по 15 сантиметров. А мякоть у них вот такая вот. Тоже желтенькая, двухкамерный, очень мясистый, сочный и хорошо хранится и висит на кустах. Кусты, кстати, высотой 2 метра, мощные. Урожай с куста 4-5 килограмм за сезон. Ну и давайте посмотрим, что у нас по весу. Эти бананчики. 150 грамм плоды. 138. Бывают даже до 200 грамм. Очень крупные. Такие вот. Ну давайте вот так сверху вообще. Ну вот, чтобы понимали, мой палец. Рука у меня большая. Плоды длинные. Если хотите такие семена себе, их можно приобрести у меня. В описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, выбирайте себе эти семена и много других есть в наличии. А если вы выращивали этот сорт, напишите в комментарии, как он вам нравится или нет. Также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие обзоры. Я снимаю много новых сортов томатов, показываю вам. Этот сорт рекомендую всем выращивать. Очень вкусных, очень вкусный. Несмотря на то, что у нас был и град, и проливные ливни. Плоды, конечно, побило их. Вон видите, точечки черные и трещинки. Это все из-за погоды этого года. А так обычно они не трескаются. Сорт надежный, очень вкусный, сладкий. Для консервации подходит. И для салатов выращивать его с удовольствием. Всем рекомендую этот томат. Всем пока!